Высокие технологии. Хай-тек. Новый подход к гастрономии продемонстрировали участники конференции, посвященной теме 3D-принтеров и примыкающих к этому технологии, которая только что состоялась в Нидерландах. Еду можно не только готовить, еду сегодня можно печатать. Например, как говорят сотрудники компании BioFlow, такой принтер может приготовить фруктовые десерты и ингредиенты для кондитерских изделий, вроде марципана. Мы все хорошо помним, что происходило, когда на рынке появились духовки и микроволновки. И, как все говорили, мы ни за что не будем греть еду таким способом. А сегодня такой метод приготовления очень распространен, и им пользуются все, в том числе и знаменитые рестораны. Как выясняется, в процессе такого приготовления можно не только произвольно использовать ингредиенты, можно добавлять, например, витамины, если это кажется необходимым, или если прием такого рода препаратов прописал врач. В любом случае, разработчики из компании Print to Taste говорят, что они готовы удовлетворить практически любые пожелания клиентов. Не обязательно, кстати, витаминные препараты. Есть люди, которые склонны добавлять протеины в свой рацион, а есть те, кому требуются особые кислоты или даже жиры, а может быть и углеводы. Сегодня приготовление еды становится все более и более персонализированным, и мы готовы развивать такой подход и дальше. Сообщается, что в некоторых магазинах уже появились наборы для приготовления, точнее печатания еды на принтерах 3D, пока в экспериментальных целях.